Всем привет! С вами Дмитрий, вы на канале Каяч Кухня. Сегодня готовим с вами рецепт из моего детства. Готовим пирожное под названием картошка. Но картошка будет у нас не простая, а диетическая. Но обо всем по порядку, так что не перематывайте это видео и ни в коем случае не переключайтесь. Ну а мы будем начинать. Для этого нам понадобится овсяные хлопья 200 грамм, творог 9% 200 грамм, изюм светлый, уже замоченный в горячей воде, 50 грамм, яблоки 5 штук, какао-порошок, он будет служить как панировка нам, 100 грамм здесь, корица 1 чайная ложка, 50 миллилитров кофе. И сейчас, в первую очередь, нам нужно будет сделать яблочное пюре. Возьмем наши яблоки, очистим их от кожуры, удалим все семечки, поставим кастрюльку на огонь, порежем наши яблоки произвольно, добавим туда немного воды и будем томить их, пока они не размякнут. Так что смотрим. Как я и говорил, наши яблоки мы закинули в кастрюльку, они у нас томятся уже там. Мы накрыли их крышкой, на медленном огне их томим, пока они не размякнут. Просто. Овсяные хлопья мы обжариваем, сюда добавили корицу, и обжариваем их до румяной корочки. Хлопья у нас обжарились с корицей уже. А яблоки у нас уже стали мягкие. Сейчас мы возьмем кастрюлю с яблоками, охладим ее, добавим туда творог, изюм и все это дело пробландерим. Так что смотрим. Яблоко уже превратилось у нас в пюре. Вот до такого состояния мы его делаем. Теперь мы добавляем туда изюм, 50 грамм, 200 грамм творога, 9% нашего. 50 миллилитров кофе. Берем блендер и начинаем все это дело взбивать до однородной массы. Вот до такого состояния мы взбиваем наше пюре. Теперь берем наши хлопья с корицей обжаренные. Вот до такого состояния, кстати, смотрите, видите, они не черные, не горевшие, а такие жареные. Чтобы не было сырого вкуса, мы жарили овсяные хлопья, как с мукой, когда ее пассируют. И перемешиваем до однородной массы. Какая густая масса у нас получается. Вообще отличная. Такая она и должна быть. Густая. Чтобы можно было сформировать нашу картошечку. Теперь возьмем из нашей массы и скатаем в виде картошки. Очень хорошо, кстати, тесто катается. И вот так вот кругло делаем. Такие как мини-колбаска у нас будет. Очень, кстати, классная вещь. На самом деле она очень полезная. Ну, то есть ничего вредного нет. Для диеты очень хорошо подходит. А еще можно обмануть детей тем самым. Очень хороший рецепт. Но мы сейчас его еще и попробуем. И оценим сполна. Потом берем в какао. И вот так обмакиваем. Чуть стряхнем. Вот, вот. Ну вот, вообще не отличить. И на досочку аккуратно кладем. И таких процедур делаем со всем нашим тестом. Ну все, продержали мы 2 часа нашу картошечку. Она у нас очень похожа прям на магазинную. Вообще не отличишь никак. Давайте теперь ее попробуем. Начнем с маленького кусочка. Я себе налил как раз кофе. Сейчас будем пробовать. Вот насколько я не люблю все это диетические, все эти штуки, потому что в них нет ни сахара, ничего такого. То, что нам вредно, но нам это больше нравится. Чем вреднее, тем вкуснее.
Но вот это очень вкусно. Вот эти вот хлопья дают такой вкус, как будто, знаете, кушать вот пирожное с кокосом. Только нет кокосового вкуса. Оно достаточно даже не пресное. Оно достаточно из-за яблока очень чувствуется вот эта кислинка, очень сладковатая, потому что яблоко у меня было сладковатое. Очень классно получилось, это просто нереально вкусно, насколько я не люблю, но мне это понравилось. Так что я вам советую готовить этот рецепт. Для тех, кто сидит на диете или кто-то, ну, питается правильно, всем советую это делать. Так что, кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем пока. До новых встреч. Увидимся в следующем ролике.